Здравствуйте, с вами снова я и Финляндия. Я пришла в торговый центр Ханса. Сегодня пятница и тот день, который называется Черная пятница. Смотрите, как здесь уже у нас красиво украсили. Это такая небольшая елочка в вазончике с шарами. Белые такие, серебристые, видите, и желтые такие матовые. Очень красивая елка. Ну, сейчас вот пойдем в магазинчик, который называется «Вера Мода», и посмотрим, что здесь у нас дают на этот день. А дают у нас вот что. Вот такие пальто, которые 25% скидку имеют. Сейчас посмотрим, сколько они стоили. Они стоили 49,95, теперь 25%. Это тоже такие же пальто, только немножко другого фасончика. А, можно здесь зайти в серединочку и мой, и посмотреть, что здесь. Здесь, видите, всякие блузочки красивенькие такие. Вот. Это блузочки или кофточки такие с длинненьким рукавчиком. А 25% скидочка. Такие свитера нет, не дают по скидкам. Вот такие вот какие-то молодежные полушубочки 39,99 стоят, а теперь на 25% скидка. Это я сейчас девочка пройдет. Это вот она я. Привет. У нас тепло на улице, только дождь, сильный дождь, поэтому видите, у меня плащ, дождевой плащ у меня здесь. Ну, в общем, здесь очень много всего того, что на 25% скидки. Вот видите, 25% скидки. Видите, какие? Я люблю вот такие вот. Он и свитер, и как платьюшко. Такое длинненькое. Люблю такую вещь. 34,99. А здесь даже вот на 50% скидка. Здесь пальто на 25%. Ну, скажу, хорошая цена на 25% скидка пальто. Надо Настюше своей позвонить, сказать, чтобы она посмотрела, пошла себе. Вот смотрите, вот очень хорошее пальто зеленое. Такое тепленькое, такое длинненькое. И на 25% скидочка в нем. Вот тут джинсы всякие на 25%, и там джинсы. А здесь даже на 50%. Вот, мне, например, вот эта вещь понравилась. Девочка-продавщица прошла. Вот это платье мне понравилось. Стоило оно 39,99. И сейчас оно 20 евро. Потому что здесь на 50%. Шикарное платьюшко. Я бы тоже такое носила, оно такое шелковое, легкое. Но дело в том, что у меня полно всего, вы знаете, полно. Ой, здесь вот такие кардиганы. Но я такую вязку не люблю. Мне больше вот такие вот нравятся. Вот, потому что это, знаете, так затягивается, затяжки так делает. Вот такое платье красивое. Ой, ну много всего. И пальто драповые такие. Вот этот цвет очень люблю. Ой, люблю такой цвет вообще. 79,99 было оно. Минус 25%. Белые не люблю. Бежевые можно. Черные тоже не люблю. Так, поеду дальше. Здесь тоже джинсики и свитерочки на 25%. Вот такие нарядные кофточки на 50%, видите, на 50% скидочки. Поехали дальше. Что у нас дает Маринетка? А Маринетка что-то у нас так скудненько. Видите, Маринетка скудненько. Вещи неплохие, симпатичные. А написано вот вся одежда. Минус 15% скидки. Ну, это мало. Пускай они сами ее носят по такой скидке. Сейчас мы поедем с вами в Нью-Йоркер. Поедем в Нью-Йоркер, а потом дальше. Это такой небольшенький магазинчик. Тут часики продаются. И продаются украшения всякие такие. Недорогие, не золото, нет. Такая бижутерия всякая.
Написано на 20% скидки. Так, что тут у нас? Нью-Йоркер. Нью-Йоркер мужской. Кстати, мне надо мужской Нью-Йоркер посмотреть для моего сына. Штаны так называемые. Коллеги Хоус. Вот это брючки, которые такие домашние, знаете, с начусиком. Такие брючки надо посмотреть. Вот я сейчас и посмотрю. Тут тоже есть всякие скидки и не скидки. Вот такие вот мне надо им купить. Вот. Я не знаю, как они будут носиться, будут ли они. Это сама. Мне надо М-ку размер. Ну, я потом сама зайду, посмотрю. Вот такие штанишки. Потому что это сильно светлые. Такие серенькие надо купить. Вот. Пойдем дальше. Женский отдел. Что тут у нас за носочки? По евре. Носочки по евре. Две пары. Там можно купить, кстати. Ой, ну размеры 39-42. Вот как вот это понять? Размер 39-42. Вот понимаете, как хотите, да? И на 39 налезет, и на 42. Ну, это, конечно, так нехорошо писать. Надо конкретно писать, потому что то, что, например, я ношу 38, да, именно носочки, вот, то я 38-39 я бы могла купить себе, да, но 39-42 это уж за нас, так сказать. Вот это дорогой магазин такой. Вон, так называется. Здесь всякие для путешествий вещи продаются и очень дорогие. Садимся с вами в лифт и едем на второй этаж. Это я. Это лифт. Это я. Шапку сниму. Ой, жарко. Потому что волосы так вот. Вот. И пойдем. Потому что я-то тепло оделась для того, чтобы, все-таки, понимаете, дождь, хотя плюс 7 на улице, плюс 7. Сейчас мы посмотрим, что здесь у нас есть интересного. Посмотрим. Мой. А потом отключимся. А потом еще включимся. Вот. Что мы здесь посмотрим? Даже не знаю, что вам показать. Ну вот, видите, какие цены. Какие цены. Цены. Вот на теплые вещи. Проеду я здесь? Проеду. Вот курточки такие тепленькие. Видите? 24,99, а стоили 39,99. Ну, они немного и скинуты, не намного. Вот пальтишко стоит 29,99. Это тоже какое-то пальтишко. И здесь вообще по 19,99. Сейчас пойдемте сюда. Какие-то курточки по 14 евро. 14,99. И эти 14,99. Вот такие вот неплохие курточки. Они такие легенькие. Вот. Сейчас даже можно ходить, потому что не так холодно. Вот. Смотрите, вот 42 размер. Он такая длинненькая курточка. И хорошо, пух не лезет с нее, потому что она не пуховая. На синтепоне. Удобненько. Выходим. Так, сколько тут наговорила, вам еще можно немножко показать вам. Выходим, идем дальше. Да. Что тут у нас еще есть? Там дальше что-то. Ну, сейчас, я думаю, по евро, по два ничего не будет, потому что такая, это не тот день, чтобы по евро, по два было. Вот. Вот такие какие-то пиджачки. Пиджачки по 19,99, видите?
такие брючки, кофточки всякие, футболочки всякие разные такие. Ну, вот футболочка евро. Красненькая такая. Такая обыкновенная футболочка, красненькая. Просто красненькая футболочка. Вот. У кого нету, можно купить. У меня так такого полно всего. Мне такого и не надо. Ну, давайте еще тут проедемся, посмотрим. Девочки с магазина Zara идут. Там, наверное, что-то есть хорошее. Вот видите? Вот такой вот. Я тоже пойду в Zara. У меня есть даже заказ. Заказ то, что надо посмотреть. Вот. Магазин Кубус. Здесь на 20% скидки. На 20%. Я что-то думала, по-другому это будет немножко. Я думала, к тем товарам, которые по скидке, еще добавятся. Вот тут что-то у нас какая-то большая скидка. Вот трусики по евро, по 2. Ладно, давайте я сейчас прервусь, наверное. Посмотрю, что там, может, интересное тут. Вот видите, на 70% скидка. Ой, вам, наверное, не видно. Сейчас вам покажу. Вот видите, на 70% скидка. Вот. Давайте, пока-пока. С вами потом снова включусь. Пока.